Ребятки, в CSGO вышел только что обновление, обновили матчмейкинг. Вы вникаете, что я говорю? Обновили матчмейкинг. Мне кажется, последнее обновление матчмейкинга было, когда вышел CS. Ладно, в любом случае, нам всем сняли звание. Сейчас я сыграю игру и посмотрю, что изменится, какое мне звание дадут. Я был вроде бы супримом, либо глобалом, либо лемом, но точно не ниже. Ну а также, как говорил великий майнкрафтер, поставьте, пожалуйста, лайк. Вам не сложно? Мне приятно. Понятное дело, я запущу мираж. Люди сразу в недоумении. Guys, you see your rank. Давайте по СБ пойдем. Да, херовая тактика, конечно. Да нет, дружище, тут по стрельбе сейчас вытянем. Нормально, нормально, нормально. Go back. Забей. Да, блин, надо было выходить. Стоять, вставить, муху, по-моему, или глянь. Меня взорвут. Вальф, дайте мне хорошее звание, я читаю игру. Нормально. Хорош. Нормально! Если что, от того, как ты сыграешь эту катку, зависит твое звание. Не знаю, как это работает. Сейчас увидим. У них матрешечка. И одиночный гейминг. Нужно убивать эту матрешку. Матрешка должна сейчас съесть немножечко. Матреш, вот так сюда, вот. Сюда, работаем, сюда, работаем. Ласт, это... Молодцы, AWP, AWP Kitchen. Хорошо. Блин, на самом деле, когда вышло это обновление, я подумал, наконец-то сделайте гребаное Элла в матчмейкинге. И все, как вы дуете, что-то подобное. Нет. Сюда его. Мейн. Канал, Элла Сити. Пик, пик, пик. Степ, степ под шорт. Мейк, лайфинг, вот, все круга. Хорош, лучше. Ебанут. Я, ласт ям, найс. Хорош. Ой, сюда. Не смог дали. Шорт. Вот это, конечно, я красиво сейчас раздаю. Так. Давайте КД-4 сделаем. Пелос. Помогите. Я просто выбирал все позиции, где меня видно. Я КД свой слил. 3.30, 3.11. Ёпрсто. Лема дали. Лемы тебе дали? А был какой? Был тоже лем. У меня также два фото. У тебя был Бигстар и дали Бигстара, да? У меня был лем, да. Лем. У меня был вроде лем тоже. Мне дали Беркута. СКД 3.11, но у меня был лем, как минимум. Да, всем пух на КД тут. А там написано было... Не, написано было в обновлении, относитесь к этой игре серьезно. Она влияет. Не повлияла. Не повлияла, 100% не повлияла. Такие дела и... Не влияет. Точно не ле. У меня не ле был. Выше лема. А спонсоры моего очень плохого сна из-за обновления CSGO CS Fail. Сейчас на сайте активен Summer Pass. Это Battle Pass, самый настоящий. Вам дается еженедельное, ежедневное и общее задание. Вы можете выполнять миссии от самых легких, как написать просто какое-то сообщение в чате, до выиграть 3 катки подряд в краше. Но за каждое выполнение вы получаете очки. И на эти очки вы получаете бесплатные скины. Также в краше появилась автоставка и ставки балансом. Раньше можно было только скинами. А еще у них огромное количество бонусов. Если вы пишете в своем нике CSFL, получите бонусы. А если мы говорим про бонусы, то вот с этим промокодом вы получите плюс 40% к депозиту. Ссылка на CSFL в закрепленном комментарии. Так, ну, началась игра следующая, погнали. Grenade out.
Эй! Флэш и слонг. А, two short, one long. B. Нормально. Я просто как турель какая-то. I was legendary eagle and now I'm DMG. Он понизился на два звания. Я был вроде биг старом, вроде бы. А, хорошо. Дублейка. At now Ferran again, 2K? Yes. Ух, он успел сказать. Ну, остаются те же звания. Что Valve придумали? Что за приколисты, ребятки? Я сыграл две катки на двух аккаунтах. На первом аккаунте минус одно звание, на втором минус два звания. Но делать статистику после... Но делать статистику по двум аккаунтам нельзя. Поэтому мы взяли выборку в 30 человек из моей аудитории в Телеграме. Осталось то же самое звание, 51%. Повысили на одно, 26%. Спустили на одно звание, 20%. И, наконец, понизили на два звания... Такое есть, 3%. Интересные моменты. Человек был глобалом, сыграл катку, проиграл, начал вторую и ее выиграл. И он остался глобалом. Второй момент. Человек играл с другом в пати, оба беркута. У первого друга был КД 3, у второго 1.5. Повысило того, у кого было 1.5, понизило у кого 3. КД бесполезно. Очень жду объяснения Valve, зачем это было сделано и какая была цель. Может быть, мы просто не особо умные, чтобы понимать их гениальные планы. Но нужно учесть один момент. Ютубер МЗК Шоу делал об этом ролик, но не сегодня после обновления, а до. То есть обновление от Valve было читаемо. И какие можно сделать выводы спустя несколько часов после публикации? Если раньше вы проходили калибровку и побеждали 10 каток из 10, вы могли получить лемма. Но сейчас вы получите звание не больше калаша, а может быть даже и меньше. Valve переработали систему получения звания после калибровки. Сделали так, чтобы человек, который не умеет хорошо играть, играл бы только с такими, которые не умеют хорошо играть. Это правильное решение в сторону привлечения новых игроков. Это только та гадка, но она выглядит максимально логичной. А что самое интересное, на Сабишоке вышли тоже звания. Теперь, играя на бэхопе, сюрфе, десматче, вы будете получать звания на каждом режиме. Эти звания будут очень важны, когда мы будем проводить турниры, потому что там будет отбор только по ним. Сейчас появилась мотивация играть именно у нас, и вы сможете видеть весь лидерборд, у кого какие результаты по всему проекту. Скоро мы добавим вкладку «Друзья», поэтому сможете сравнивать. С тобой был я, Эрик Шоков. Приятной игры на Сабишоке, приятной игры в CSGO и становись лучше. Пока. И не только в CSGO, это очень важно. Пока.